мы хотим начать на нашей странице еще одну рубрику. Она будет посвящена тем зернышкам веры, надежды и любви. А потому мы приглашаем всех тех, кто пожелает не только услышать это слово в течение одной минутки, не только услышать, но и применить к своему сердцу и к своей жизни. Мы будем рады, что посеянное не просто пропадет, а принесет свой плод, одно в 30, иное в 60, а иное и во 100 крат больше посеянного, как сказал наш Господь Иисус Христос.